Помолитися та попросити здоров'я. Саме з такої нагоди православні християни поспішали до церкви 9 серпня. Віряни відмічають День пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона. Продовж життя Господь надавав святому чимало випробувань, та він усі з них пройшов гідно. Мати Пантелеймона була християнкою, а батько – язичником. В ранньому віці вона померла. Тато вимагав від хлопчика поклоніння ідолам. І він... Милостью Господа был призван Богом посредством старца. Он был призван Богом, получил таинство крещения и стал исцелять людей. Первое, он овладел знаниями медицинскими и помогал людям, людям обездоленным, бедным, нищим, убогим, людям, которые находились в темнице, православным христианам, которые были подданы гонению и мучению, он приходил и исцелял всех. Он исцелял людей безвозмездно, он не брал ни с кого никакую оплату. Господь надав йому благословення зцілювати тілесні та душевні недуги людей. Однак натомість стала спокуса. Диявол увійшов у душі та серця лікарів, які жили у тому ж місці, де і Пантелеймон. Вони від заздрощів вирішили розповісти правителю, що великомученик зцілює людей, які засуджені за віру Христову і перебувають в темницях. Коли його пригласив до себе імператор і спросив, и сказал, что отвергнись от этого. Я думаю, что это неправда. Но святой великомученик и целитель Пантелеймон сказал, я воистину христианин, я воистину православный. И тогда начались мучения. Мучения были самые разнообразные. Истязали тело, истязали все. Каждый член его тела разрывался на части. После этого его бросали в море, одев камень на шею, Господь извлекал его оттуда невредимым и целым, исцеляя все его раны. После этого его бросили в клетку с зверями дикими, но дикие звери, каждый подходил и облизывал его руки и ноги, показывая то, что Господь даровал ему свою благодать и свою милость, показывая то, что этот человек делал только добро. Як кажуть священнослужителі, людина, яка робить добро, з ним завжди Господь. І він відводив від Пантелеймона цілителя усі негаразди, аби ніхто не міг завдати йому болі. Потім, коли побачили, що нічого не можна вдіяти, вирішили відрізати великомученику голову. Привязали его к масляничному дереву, но те люди, которые должны были совершать казнь, они раскаялись, они начали плакать и рыдать, просить у Бога прощения, и каждый из них начали говорить, и я христианин, и я тоже, но они не хотели совершать эту казнь. Святой великомученик и целитель Пантелеймон упросил их, сказав, что если вы не совершите сейчас то, что должны сделать вы, не будете в том месте, где буду я, в Царстве Небесном. И они, попросив у него прощения, со слезами на глазах, они совершили эту казнь. И как только усекли ему главу, с того места потекло молоко. А на масляничном дереве появились множество плодов, которые приносили исцеление многим людям. Саме ця легенда показує, як заздрість, що живе в серцях та душах багатьох, може нести в собі зло, ненависть. Тоді люди забувають про ті чесноти, що подарив Господь, про віру, надію та любов, про смиренність, покаяння, те, що необхідне людині для рятування душі. В сегодняшний день я хочу поздравить всех нас, ибо святой великомученик и целитель Пантелеймон является покровителем врачей, тех людей, к которым мы приходим и которые исцеляют нас от телесных недугов. И поэтому по его молитвам, чтобы Господь даровал всем людям, врачующим, свою благодать, силы, терпение, смирение, любви, веры, чтобы они по молитвам святого великомученика и целителя Пантелеймона помогали людям, проявляли к ним добро, любовь, бескорыстие. Это очень и очень важно. И в сегодняшний день я хочу каждому из нас пожелать мира, добра, тепла, взаимопонимания, чтобы каждый из нас открыл свою душу и сердце, чтобы каждый из нас проявил милосердие к другому человеку. Олена Малий-Іван, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.